ПЦК заявила, что подразделением войск США было поручено найти и уничтожить северо-вьетнамские формирования, предположительно использующие в качестве базы местную деревушку. Войска готовятся к серьезному сопротивлению, так как в районе операции были замечены отряды СВА.
видеть Тенгвал! Thank you.
Срочно в эфир. Войска США успешно обнаружили и уничтожили крупные силы северо-вьетнамской армии, использовавшие в качестве опорной базы небольшую деревню. Морские пехотинцы незамедлительно вернули деревню под контроль местных сил. К нам приходят разрозненные сведения, что союзным подразделениям, проводящим зачистку, было приказано уничтожить деревню.